Восеньские кветки, которые принесли в подарок Анатолию Гантвергу в гонор его 50-летия, совсем не подстава мерковать про восень творчую. У четырехразового чемпиона света по международных шашках, двухразового у складе сборной Беларуси переможцы сусветных шашечных олимпиад, владельника Кубку Свету, заслуженного мастера спорта Беларуси, потенциал далеко не вычерпаны. Юбиляры повиншовали представники Министерства спорта и туризма, Белорусской Федерации шашек, депутатский корпус столицы. Были зачитаны шматликие международные телеграммы. А с тем, как имя славутого чемпиона не заставалось только хрестоматийным, объявлено об створении на базе Национального центра шахматы шашек заочной шашечной школы имя Гантверга. Уклад развития айчинного спорта знайшов увасабленне у ханаровом знаку, який уручил юбиляру министр спортивного ведомства Миколай Ананьев. Я не могу сказать, что я чувствую что-то особенное. Ну, день рождения, ну, просто мои друзья и федерация, и вот из Министерства спорта, они решили устроить такой праздник. Но я не возражаю. То есть вы не полагаете, что это какая-то веха, какая-то черта? Это, конечно, веха, которая заставляет так оглянуться, суммировать все, что сделано. Но я все-таки рассматриваю это как возможность какой-то пропаганды нашего вида спорта и возможность подытожить и вспомнить те успехи, которые есть в нашем виде спорта. Вы как-то здесь сказали о том, что застали золотой век шашек. И сказали, как нам показалось, с тенью грусти, ностальгии. Ну, это есть, потому что все-таки мы сейчас не обладаем титулом чемпиона мира ни среди мужчин, ни среди женщин. А было время, когда оба титула были у нас, причем одновременно. Но мы чемпионы Всемирной шашечной олимпиады, так что кое-что мы еще оставляем. Ну и, естественно, пропали те возможности, которые были во времена Советского Союза, и поэтому сейчас очень трудно восполнить то, что мы потеряли. То есть нет системы той предыдущей соревнований, нет хорошей конкуренции, и это затрудняет возможности роста молодых спортсменов. Вы никогда не ставили себе в заслугу тот факт, что вы остались в Беларуси, хотя мы знаем, что где-нибудь, скажем, в Голландии, где шашки очень популярны, но вы были бы национальным героем. Ну, я, может быть, и был бы национальным героем, если бы, переехав в Голландию, выиграл там титул чемпиона мира. Но сейчас это маловероятно. Кроме того, мне нравится здесь.